В Заполярье стартовала предвыборная кампания. Кандидаты, которые будут бороться за места в областной думе, уже активно подают свои документы. Среди них директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков. Сергей Кулаков намерен избираться в Мурманскую областную думу. По итогам праймериза кандидата поддержали более 3200 избирателей. Стоит отметить, что директор «Лапландии» – коренной мурманчанин. Именно поэтому он, как никто другой, знает городские проблемы и готов их решать. Люблю родной город и хочется принимать решения в участии жизни нашей области и города. И поэтому принял такое решение стать депутатом нашей Мурманской областной думы.